у теплого летнего моря на Карельском перешейке, в пионерском лагере Ленэнерго, это утро, как и обычно, началось с линейки. Впрочем, сегодня линейка все-таки не совсем обычная. Среди юного населения лагеря гости – английские школьники из города Манчестера. Маленькие манчестерцы неукоснительно соблюдают законы и обычаи пионерского лагеря. Английские школьники приехали в Ленинград, чтобы познакомиться с жизнью советских ребят, отдохнуть вместе с ними во время летних каникул. Советские пионеры хорошо владеют английской речью, а их английские сверстники изучают у себя на родине русский язык. Много интересного рассказали хозяева лагеря своим новым знакомым. Давно дружат между собой города-побратимы Ленинград и Манчестер. А если дружат города, как не дружить детям?